Смогли тверские зрители насладиться и выступлением звездного дуэта Татьяны Навки и Романа Костомарова, которые выходят на лед вместе только в гастрольной программе. В телевизионном проекте они выступают с другими партнерами. По словам Татьяны Навки, добиться больших успехов в спорте ей всегда помогает вера в победу, ну и, конечно же, огромное трудолюбие. Любовь к работе, которую я получаю удовольствие от работы, и слежу за собой, хожу в баню, вот катаюсь с Романом Костомаровым, как вот... С ним невозможно с собой не следить, понимаете? Только благодаря этому. А то иди расслабься, сразу тебе... Сразу тебе под дых. И все, я не могу расслабиться.